Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим одну из самых сложных топологий блоков питания, а именно полный мост. Как говорится, дальше уже некуда, это вершина сложности. Ролик получился очень насыщенным. Я пока собирал данный блок, узнал много новой информации. Теперь спешу поделиться ею с вами. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Данный ролик – это третья часть цикла про бесперебойник для 3D-принтера. Для понимания, о чем идет речь, советую посмотреть два предыдущих. На блок-схеме бесперебойника есть элемент, который должен преобразовывать напряжение в диапазоне от 18 до 30 вольт, в стабильное 24. На примете было много различных топологий. Это и прямоход, и обыкновенный DC-DC. Но все они не подходили по той или иной причине. Поэтому выбор пал на полный мост. Тем более, что мост я еще не собирал, и это будет интересным опытом. Как всегда, перед сборкой какой-либо топологии начинаются поиски информации на эту тему. Самое полезное – это прочитать пару веток форумов на том же радиокоте. Там вы узнаете и основные проблемы, и способы их решения. В общем, советую регулярно туда наведываться. Итак, какие же вопросы могли возникнуть перед созданием? Ну начнем с того, нужен ли последовательно с первичкой кондер или можно без него. В этом моменте мнения разделились. Одни говорят за одностороннее подмагничивание, другие утверждают, что это двухтакт. И на втором такте естественным образом все перемагнитится. В общем, я решил не ставить кондер. Следующий вопрос – это схема управления, а в частности раскачка моста. Тут можно применить ТГР или ИР-2110 и ей подобное. Мотать мостовой ТГР мне не хотелось, хотя стоило его применить, меньше было бы мороки. Но я выбрал тяжелый путь и решил поставить две ирки, но об этом позже. Что-то я утомил вас своей болтовней, давайте посмотрим схему устройства. Выглядит она довольно громоздко, это и не удивительно, мост все-таки. К схеме, которую вы сейчас видите, я пришел не сразу. Поначалу все выглядело вот так. Можем разобрать мои косяки и попутно понять, как это работает. Начнем с трансформатора тока. Так как схема мощная, оставить ее без защиты было бы глупо. Поэтому решил применить трансформатор тока. Но почему-то в самом начале я решил его поставить в разрыв земли и нижнего транзистора. Тут сказалась аналогия с шунтом. Если вместо трансформатора тока стоял шунт, все бы работало. Однако трансформатор тока это не шунт, и ему нужно перемагничиваться. А как он это сделает, если ток через него будет течь только в одну сторону? С этим разобрались, идем дальше. А дальше начинается цирк. После сборки у меня начало выбивать ирки. И это прям самое печальное. Дело было так. Я спаял только основную часть и решил проверить ее работоспособность. Подключил питание, посмотрел импульсы, вроде все отлично. А потом решил вместо трансформатора воткнуть лампочку. По сути, все должно было работать, но нет. Раздался щелчок и вылетела ирка. Ну, думаю, не повезло, может брак какой-то. Поменял, подключаю заново и снова то же самое. Пара бессонных ночей в поисках проблемы не дала результатов. Дальше я отправился на радиокод за помощью. Тут-то и выяснилось, что трансформатор тока у меня включен неправильно. А также выяснилось еще пара интересных моментов. В ролике про разводку печатных плат многие писали, что работать будет даже если плохо развести плату. Но не тут-то было. Вот вам пример неудачной разводки. Как видно из заташита на ирку, у нее две земли, одна управление, вторая силовая. Так вот, я решил сделать разводку таким образом, чтобы земли не пересекались. Это у меня пошло с микроконтроллеров, где нужно разделять цифру и аналоговую часть. В схеме с иркой так делать нельзя. В ходе исследования схемы я увидел такую картину. На экране осциллограммы относительно минуса питания схемы, без нагрузки и с нагрузкой резисторов в пару сот Ом. А также, что происходит с затвором без нагрузки и с нагрузкой. Как это все не взорвалось, остается загадкой. По итогу данную проблему я полечил перемычкой между 2 и 13 ножкой. И казалось бы, косяки устранены, должно работать. Но нет, ирка опять вылетела. Тогда возникло предположение, что либо ирки паленые, либо им не хватает мощности тягать затворы силовых транзисторов. Убедиться в этом можно, посмотрев время открытия и закрытия. Как видим, время открытия около 400 ns.
Это прям очень много. Затворные резисторы установлены номиналом в 12 Ом. Поразмышляв над этой проблемой, было принято решение на выход ИРок добавить эмиттерные повторители на комплементарных парах, что в теории должно было полечить проблему. Для проверки я собрал навесным монтажом одно плечо и решил посмотреть. Но это уже другое дело. Время нарастания меньше 100 наносекунд, а спад еще меньше. В общем, на таком решении я и остановился. Со стороны мой рабочий стол в этот момент выглядел очень страшно. Но я думаю, такое бывает не только у меня. Дальнейшие сложности заключались в разводке новой печатной платы под уже имеющуюся. Так как для соблюдения всех правил трассировки пришлось основную плату разделить на две части и соединять их мостиком друг над другом. В общем, то еще занятие, с которым я более-менее справился. Так как плата получилась двухсторонней, то пришлось ее изготавливать на ЧПУ станке. Лазерно-гравировальной технологии, про которую есть ролик на канале. Самое сложное в таких платах – делать переходные отверстия. Поэтому я от них отказался и делал обыкновенные перемычки между слоями. А на печатке сделал специальные места, отделенные от основных элементов. Как ни странно, самодельная плата поехала и все заработало. Импульсы на затворах шикарные, ничего не сгорает. Но это была лишь предыстория, а теперь начинается история. Рассмотрим схему устройства более детально. Тут нас встречает знакомая топология включения SG3525, которую я обкатал уже во многих платках, и нареканий на работу не было. Единственное, что транзисторов и драйверов стало в два раза больше. Раз заговорили про транзисторы, остановимся на них более детально. При сборке сетевых блоков питания применяют высоковольтные транзисторы на токе около 10 ампер, чего в принципе хватает даже для больших мощностей. У таких транзисторов емкость затвора не очень большая, а значит и мощность, которая нужна для их открытия, меньше. В схеме с низковольтным питанием, как у меня, все в корне меняется. Ток, который должны пропустить транзисторы, значительно больше, а значит и сами транзисторы нужны мощнее. А тут, чем мощнее транзистор, тем больше у него емкость затвора, а значит и мощность нужна больше. Отсюда и появляется та проблема, что была описана выше. Ирки не могут нормально потянуть такую нагрузку. Им необходимо добавлять повторители. Тут я покажу вам небольшой лайфхак. Как, во-первых, проверить ирку на оригинальность, а во-вторых, посмотреть, справится ли она без повторителя. И сразу небольшая оговорка. Если ваша ирка выглядит вот так, с маркировкой, нанесенной краской, можете даже не проверять, она точно паленая. Итак, для проверки нам понадобится макетная плата, сама ирка и управляющая микросхема. Подключаем все таким образом и становимся щупом осциллографа в точку соединения резистора и кондера. Мы должны увидеть время нарастания и спада приблизительно такие, как в даташите. Если этого не происходит, то скорее всего ваша ирка брак. Вернемся к схеме. Как видим, включение трансформатора тока тут такое же, как было в прошлом ролике. Такое включение позволяет стабилизировать выходной ток. Единственное отличие состоит в том, что на выходе мотал не две обмотки, а одну. И соответственно выпрямление сигнала мостовое. Это позволяет уменьшить моточную работу. Но работать будет и с двухполупериодным. Силовое питание у данного моста составляет 30 вольт. Оно вроде низковольтное, но питать затворы им уже нельзя. Поэтому в схему был добавлен DC-DC преобразователь, который сделает из 30 вольт 12 и запитает драйвера. А также сделан отвод, который идет мимо DC-DC. Это специально для моего проекта, в котором 12 вольт питания генерирует другая микросхема. Саму схему DC-DC взял прямо из даташита. Теперь что касается снабера по первичке. Я решил поставить всего один. Хотя мнения некоторых экспертов сводятся к тому, что нужно ставить снабер на каждый транзистор. Я этого не сделал из тех соображений, что транзисторы взяты с запасом. Да и на осциллографе выбросов особо-то и нету. Однако если ставить сетевой мост, то там уже придется задуматься над установкой отдельных снаберов. Больше про схему сказать нечего. Если нужны более подробные объяснения, то советую посмотреть другие мои ролики, в которых идет акцент именно на работу схемы. Сейчас же предлагаю переходить к печатке. В ней тоже не все так просто.
Как я рассказывал в ролике про проектирование печатных плат, нужно делать дорожки как можно короче. Но в схеме с полным мостом это сделать довольно сложно. Первым делом погуглил решения других радиолюбителей. Но все, что я увидел, меня разочаровало. Поэтому я сел и начал придумывать различные варианты. По итогу было решено сделать двухэтажную плату, которая минимизирует расстояние от драйвера до ключа. Конечно, такое решение усложняет монтаж и демонтаж элементов, но зато он самый правильный. Такую печатку делать в домашних условиях уже трудно. Поэтому я отправил ее на изготовление в китайскую компанию GLC-PCB. Это крупнейший производитель печатных плат, которым я пользуюсь уже около года. Заказ плат производится в пару кликов, что очень удобно. А также есть интересная фича – просмотра, на каком этапе находится производство. В общем, советую вам услуги данной компании. Платы приехали в очень короткие сроки. Качество, как всегда, отличное. Если б не мои косяки, то устройство выглядело очень здорово. Однако в моем случае пришлось порезать дорожки для установки трансформатора тока в новое место, а также полностью переделать плату управления. В общем, та печатка, что в архиве, требует доработок, будьте внимательны. На сборку устройства ушло примерно 10-12 часов. Это с намоткой трансформатора и установкой всех элементов. Силовые транзисторы и диоды крепятся сначала на радиатор, а потом уже радиатор на стойках устанавливается в плату. Стойки самодельные, распечатаны на 3D принтере. Их высота составляет 9 мм. Рассказывать, как мотать трансформатор и дроссель, не вижу смысла. На этом я делал акцент в предыдущих роликах. Сейчас же более важным является проверка моста. Итак, первое включение производим от лабораторника с ограничением тока, чтобы в случае чего мост не сгорел. Питание 12 вольт берем от другого блока. Включаем. Если ток потребления незначительный, то можно проверять дальше. Для этого берем осциллограф и смотрим импульсы на всех выходах ирки. Верхние ключи смотрим относительно средней точки. Если импульсы в норме, то проверяем выходное напряжение. Как видим, оно тоже в норме. Попробуем покрутить входное напряжение, чтобы понять, в каком диапазоне можно работать. На практике диапазон на пару вольт отличается от расчетного, но думаю, это не критично. Можно подключать нагрузку. Для начала банально лампочку. Смотрим, напряжение не просело, ток потребления возрос, блок работает в нормальном режиме. Отлично, можно продолжать. Теперь возьмем электронную нагрузку и уже посильнее нагрузим выход. Если ограничение началось рано, значит нужно уменьшить сопротивление нагрузочного резистора трансформатора тока. Его расчет можно произвести по вот этим формулам. Более точной подборкой резистора добиваемся нужного тока на выходе. И теперь произведем очень стрёмный тест, а именно тест на КЗ. Коротим выход и смотрим, что произойдет с током потребления. Он упал, все как и должно быть. Как помним, на плате есть DC-DC для 12-вольтового питания. Предлагаю протестировать ее на второй плате. Запаяли только то, что относится к DC-шке. Подключаем питание и смотрим на выход. Напряжение в норме, схема работает. Хоть где-то я не накосячил. Многим интересны пульсации по выходу блока. Поэтому данный тест присутствует в каждом ролике. Становимся на выход блока и смотрим, тут все в пределах нормы. А значит, и сбоев в работе 3D принтера быть не должно. Думаю, на этом можно заканчивать ролик. Информации я предоставил очень много. Надеюсь, она поможет вам в создании своих устройств. Ну и как всегда, спасибо за просмотр и до новых встреч. If I go, will you go? If I pay, will you play? Do you know what I know? Do you love? Do you...